Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро! И наконец-то вышло обновление в игре Brawl Stars, которое мы вчера ждали целый день. Значит, сейчас буду делать обзор, свое впечатление. И первым делом, что я хочу проверить, это покупку Рикошета. Это очень крутой скин, я его очень ждал. И давайте посмотрим, стоит ли он дороже, или же я его купил все-таки за 30 гемов, как и говорил в видосе. Пацаны, он доступен. Он доступен без... Ну, то есть, я его купил за трицаху. Вот такой вот сейчас рикошет. Вот такого вот скина нет. И вот такой вот скин есть. И я его купил за 30 гемов. И моя душа спокойная, потому что я вам посоветовал покупать его, да, за 30 гемов. И в надежде на то, что вы получите его бесплатно, когда... Ну, точнее, не бесплатно. Вы его получите за 30 гемов, вот этот новый скин. Сейчас этот скин стоит 150 гемов. Не 80, а 150. Мне в беседе скидывали. Я немножко испугался. Я думал, что ты зайдешь в игру, и твои 30 гемов, которые ты потратил, они в никуда ушли. Тебе еще придется 150 тратить, чтобы приобрести эту штуковину. Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xBet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников. Также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин. Все это на 1xBet, хэштег на ваших экранах. Вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Фух, слава богу, что это не придется делать. И, ребята, я поздравляю, кто приобрел рикошета за 30 гемов, потому что он стоит как Феникс. Я вам говорил, что... блин, его реально можно сравнить с Фениксом, он очень крутой. И почему он 80 гемов, мне было непонятно. Теперь все стало на свои места. 150 гемов, и он, кстати, стреляется гемами. Сейчас поиграем, посмотрим на анимацию разных юнитов. Значит, я хочу... Блин, у меня некоторые юниты просто на 500 кубков. Не особо хочется сливаться. Так, первое, что хочу посмотреть. В магазин, ну я, кстати, уже заходил в игру, как вы видите. В магазине вот такой вот набор 50 уровня, я его, если хотите, куплю, напишите в комментах, хотите или нет, набор стоит 10 долларов, давайте, если 10 тысяч лайков набираем, я его покупаю, вам его разыгрывать не особо правильно, потому что это не универсальный набор, не у всех, возможно, 50 уровень, поэтому розыгрыш будет, если будут какие-то прикольные плюшки с новым бравлером, джином, однозначно будет розыгрыш, поэтому ждите, подписывайтесь на канал, если хотите нового бравлера совершенно бесплатно, я однозначно его разыграю среди вас и сделаю несколько призовых мест, у вас будет хороший шанс его забрать совершенно бесплатно, если хотите, опять же, поддержите лайком и подпишитесь на канал, будет много лайков, я обещаю конкурсы на разные спецпаки, которые будут выходить, они будут выходить, поверьте. Итак, следующее, что посмотреть я хотел. Так, ну, Поко вряд ли сейчас будет новый скин, хотя давайте проверим Поко. Так, да, Поко пока нету. Тихо, Булл, меня интересует Булл. Тоже там крутой скин. Нет, к сожалению, пока что еще нету. Только, я так понял, на Рикошете и на ком еще? Дэрил, давайте проверим Дэрил. Нет, тоже нету еще. Еще нету, еще рано. Скоро все будет, я думаю... Конечно, они все... Ага, кольт. Вот кольта, кстати, я куплю однозначно, но в одном из следующих роликов. Ладно, что, поехали в бой, посмотрим теперь на геймплей. Добавили новую карту, вот, но это как? Старо-новая карта, то есть она была раньше, сейчас ее не было после релиза, и теперь ее снова добавили. Ну, эту карту помнят только олдфаги. Карта для динамайков, барли, метателей, короче, в целом. Ну, в принципе, там, где много стен, и рикошет зайдет. Охренеть! Только, блин, знаете, что мне не нравится? Что гемы синие, блин. Если бы они были зеленые, было бы получше. Друзья, рикошет реально четкий. Реально. Вот я ни капли не жалею, что я купил скин. Отвечаю, вообще мощный. Смотрите, все рикошеты с этим... А, тут, короче, коктейли, да? Окей. Давайте була мочить. Все, минус бул. Так, его надо добивать этого. Хорошо. Блин, какой же он мощный. Я не знаю, зачем они сделали рикошета жирнее, но... Ё-моё, это реально какой-то теперь как легендарный перс. Вы посмотрите на него. Вы вот скажете, что это обычный редкий или какой он там сверх... Не. А какой вообще барли? Ой, рикошет. Сверхредкий же, да? А барли редкий. Блин, честно, я не особо там разбираюсь в этих... Я только про мификов и про легендарные карты знаю. Ой, персонажи. А, ну эпические. А вот эти редкие, сверхредкие, я их путаю. Короче, ну реально не скажешь, что он какой-то там обычный редкий или сверхредкий. То есть он реально...
Сейчас по скину 640 хп. Живем, живем. Барли. Ой, рикошет. Нифига, Поко от... Вау! Вау! Вы видели у Поко какой... мы остались один на один с ним, да? Ну и что, он хочет выиграть? О, блин! Кайф! Просто кайф! Надеюсь, вы не пожалели, что купили за тридцаточку. Напишите, кто покупал этого рикошета. А, кстати, я вот вначале не сказал, могу вот сейчас добавить. В принципе, не отчаивайтесь, кто не купил за тридцатку. Возможно, у кого-то возможности не было даже за 30 гемов купить. Рикошета, хотите, разыграю среди вас скин? Но опять же, это в следующих роликах, надо все по порядку, надо все по порядку. Я его разыграю, если опять же наберем больше 10... Давайте, блин, ну вы вряд ли соберете 20 тысяч лайков. Я бы хотел их увидеть, но я однозначно бы разыграл среди вас, ну, 3-4 скина, возможно, 5 скинов, не знаю. Не знаю, не знаю. Но если соберете больше 10к, я разыграю, может, ну, пару скинов. Если наберете 20к, разыграю, ну, 5. 5 скинов разыграю, если 20к соберете. Розыгрыш сделаю на днях. Ну, дайте мне сейчас вот это немножко освоиться с обновой. Все плюшечки посмотреть. Поехали в ШДшку теперь на Поко, потому что Поко там... Вообще, у каждого юнита сейчас вот это... Как она? Ремоделинг, или как он называется, это правильно. Вау, просто вау. Смотрите, добавили нотки, да. Но более эпично смотрится, когда вражеский юнит тут красным стреляет. Вообще жесть. Такое, они как кровавые какие-то, копья летят, струны там, все подряд. Ну, реально, прикольно, прикольно. Графа стала лучше, 100%. Теперь еще одно изменение. Вы видите, что нету теперь знака вопроса над персонажем. Бля, Кольт, он как живой, честно. Офигеть. Хоть это, ну, и мобильная игра, но, блин, вот это маленькое изменение. Ну, уже так смотришь, блин, классно, нифига себе. Реально классно. О, и я вижу изменения у Рикош... Как же его зовут? Я сдох. Дэрил, вот. Реально, он такой, у него побольше пестики стали. Давайте, что это, я проиграл, да? Давайте я сейчас выиграю, чтобы все нормально было. Карта, может, не для Пока, конечно, но давайте я сейчас затащу. Блин, по кайфу, вообще по кайфу, друзья. Так. Угу. Потом, у Ниты тоже изменили анимацию стрельбы. У Фрэнка... Плюс меня еще спайк интересует, но, блин, опять же, не хотелось бы слить кубки на спайке. Сейчас, короче, пойдем смотреть. Сейчас пойдем все смотреть. Так, что у нас тут? Набиваем. А что у меня еще 0 банок? Скажите мне, пожалуйста. Как такое возможно? Леон, ты что, придурок? Куда ты подходишь? Блин, он забрал одну эту. Зараза такая. Ну, Поко больше в командных поединках мне нравится, нежели в соло. Давайте вот этого немножко потревожим, зайца. Отлично. Так. Что еще? Ну, изменение баланса. Да, я думаю, что теперь все знают, что Мортис не тащит в режиме футбол. Наверное. Потом, что еще там такого? Леона типа пофиксили. Но, ребят, честно, мое мнение про Леона. Что там ему? С ультой, да, сделали, по-моему, время меньше. Урон чуть-чуть сделали меньше. Но от этого он не стал прям плохим-плохим персонажем. Он все так же хороший персонаж. Его прям сверх имбово сделали меньше однозначно. Но смотрите, какой урон. Нормальный у него урон. Но изначально, да, когда вышел Леон, вот эта его невидимость, когда он даже на близкой дистанции невидим, это было читерно. Это не то, что имбово, это читерно было. Его немножечко порезали. И это, конечно, заметно. Но он не стал какашкой, он все равно легендарный персонаж с хорошим уроном. Так, все, меня замочили, теперь поехали проверим... кого проверим? Кого я хотел проверить, скажите мне. Я вам скажу, сейчас посмотрим. Ох, вылетело с головы. Сейчас, кого-то я хотел проверить. Сейчас посмотрю, сразу вспомню, кого хотел проверить. Так, Фрэнка. А, Спайка. Ну, Спайка, мне больше хочется. Вот, 80!
А стоил 30, да? Или тоже 80? Нет. По-моему, так же и стоил. Ладно, я на спайке точно не пойду. Очково, стрёмно. Ну, я не знаю, кого взять. Давайте, собственно, проверим Леона. Но я думаю, что вы видели анимацию и Спайка, и Фрэнка, и Ниты. У них, ну, реально изменили. Такие прикольные синие такие у них плюхи вылетают. Ну, это синие, когда от вашего первого лица, да, у ваших соперников вы красным атакуете. Но анимацию изменили, она реально такая стала более естественной. Они детализировали игру, то есть по графике, да, вот кусты 3D добавили. Вот это сейчас такой маленький ремоделинг такой маленький сделали. Это на самом деле классно, мне нравится, что эта игра развивается. И у этой игры еще много чего будет меняться. И это реально очень по кайфу. Я просто вместе с вами готов в это будущее этой игры нырнуть. Но только попозже, естественно. Вот сейчас ждем нового персонажа. Новые скины — это круто, но я жду нового персонажа. Очень хотелось бы на нем поиграть. Вот. Также жду новые карты. С нетерпением надеюсь на новые режимы. Очень-очень жду новые режимы. Так, давайте, собственно, по Леончику. Сейчас сыграю. Попробуем, что у нас тут. Ну, урон, у меня первый уровень, он у меня и был недостаточно большой. Сейчас еще меньше стал. Но я не думаю, что прям вообще катастрофа. Реально не катастрофа, на Леоне играть можно. То есть все начали хайпить на том, что все, минус Леон, Леон рип, последний раз играю на Леоне, больше не будем мы на нем играть, все. С одной стороны, да, их, ну, не так, возможно, будут часто использовать. Ну, что сказать. Ну, бля, тут... А, топ-2? А, тут у Мортиса до хера банок было, у меня шансов даже не было. Топ-2, плюс 6 кубков. Нихера себе, да? Неплохо. Давайте я на Фрэнке покажу, что изменили. И, в принципе, буду ролик завершать. Барли стал, кстати, лучше, да? По-моему, Барли бафнули. Будет Барли теперь тащить. Кого-то еще бафнули, забыл. Ну, Нити, да, там хилится теперь чаще медведь. И Нита сама по себе. Так, Поко, ПМ тоже стали мощнее. Вроде как. Так, стоп, что я хотел? Фрэнка проверить. Поехали, Фрэнка проверим. Ну, Фрэнка проверим не на имбовость, а на... вот этот, я хочу посмотреть его удары. Они реально стали красивыми. Давайте я покажу вам сейчас. Блин, карта, конечно, не для Фрэнка. Хотя... Воу! Такая волна, смотрите. Волна дамага. На! Аж страшно подходить. Бля, ну, Брок, ну отвали. Ну, правда. Ну, я же жирный тип. Я все равно заберу эти баночки. Ты все равно тупой не попадешь. Понял, принял. Сука, ты можешь стрелять в разные стороны? Я мансю, для кого? Отлично, все, свободен. Зачем вот это был конфликт на ровном месте? Могли бы просто разойтись в разные стороны. Ты бы по своим делам пошел, я бы по своим. Нет, лезет, короче, мешает. Вот и эту банку я у тебя заберу тоже, потому что ты недостоин. Фрэнк, ты че? О, вот, кстати, как выглядит это глазами соперников, Фрэнк. Видите? Блин, офигенно. Реально офигенно. Напишите ваше впечатление об обнове. Что это только мое мнение да мое. Давайте еще ваше посмотрим. Я обязательно почитаю комменты. Друзья, пишите. Очень интересно. Так, у Фрэнка ульта. Шатал ее. Так. Так. Пэм, ты что, вообще слепая? Тут мы подошли. Куда ты подходишь? Нахер с пляжа. Вы видели? О! Блин, вот этот жиробас теперь, конечно, вообще прям наводит ужас, когда его видишь. То, когда смотришь на рикошет, это такой дрыщавый, да, робот, не знаю, что он там может. Да что ты, успокойся, блин. Ну, вот, кристаллики красные у соперника. Ну, в принципе, да, тупо, если бы были кристаллики синие, то есть тут как прорисовано... Графика. Со стороны твоей синие патроны вылетают, со стороны соперника красные. То есть другого цвета быть не может. Опять еще... Короче, я пойду, наверное, рикошета... Блин, или подождать. Не, короче, пойду, наверное, на рикошета. Не, я не пойду на рикошета, я манал, но он меня держит. Та, сука, отвали. Меня сейчас дым уже будет съедать. О! Бам! Бам!
Отлично. Бам! Все, стычки. Топ-1. Ни хера себе. Вот это было бы круто. Реально. Плюс 7 кубков. Зашибись. Короче. Обнова крутая. Это в любом случае классно, что она обновляется, игрушка. Она недавно вышла, она еще не успела, как бы надоесть. Еще много разных плюшек, которые новички еще, ну, точнее, не плюшек, а новичкам еще не успела приесться вот эта менюшка, все. А уже разработчики что-то обновляют, уже дорабатывают графику. Это очень круто. Это очень круто. И ждем дальнейших каких-то обновлений, новых персонажей, новых карт, новых режимов. И ждем Джина. Ставьте лайк, если хотите розыгрыши, и ждите еще новые ролики, их будет много. Приходите вечером на стрим, будем осваивать, не осваивать, а смотреть анимацию всех персонажей. Сейчас еще последнее, что я хотел посмотреть, это где тут... Я не помню, как этим пользоваться. Где-то тут вот эти дружеские... А, вот, стоп, создатели игры, нет, это не то. Где эти карты, дружеские поединки? А, вот здесь создать, наверное, да? Создать, нет, чат. Дружеская игра, вот тут, вот. Где-то карты можно выбирать, вот они, вот. Значит, добавили. Ой, стоп. Вот, новые карты, городские карты. Очень интересно, они будут меняться у вас в онлайне. Вот. И, кстати, фов карту говорили, переделали немножко. Или что-то изменили. А, добавили вверху, по-моему, реку или что. Вот. Вот, смотрите, прикольно, городские такие карты. В общем, ну, много чего интересного, блин. Будем разбираться постепенно. Это такое первое впечатление. Я доволен, ожидания оправданы. Поэтому продолжаем апать кубки, продолжаем развиваться. Ставим лайки, подписываемся. Все, скоро увидимся. Всем до новых встреч, всем, друзья, пока.